Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова сегодня YouTube-канал Турции, лайфхаки, диеты и путешествия. Сегодня на море у нас, в Индийском океане, на Гоа, вот такое волнение. Довольно сильные волны, немножко даже страшно. Но так как тут мелко, то все купаются, кому это хочется, и в общем-то нормально. Сейчас у нас прилив. А к вечеру будет такой отлив, что вот видите, вдали мужчина купается. Даже дальше него будет голый песок. То есть настолько сильно здесь отступает вода. Это пляж Морджим, Северный Гоа. Еще хотела сказать, что здесь время отличается от московского на 2 часа 30 минут. Это меня лично очень удивило, потому что обычно, когда мы ездили за границу, всегда отличалось время на целое количество часов. На 3, на 2 часа, на час. А здесь на 2,5 часа. То есть, если, допустим, у нас в Краснодарском крае, ну и в Москве, 15 часов, то здесь будет 17 часов 30 минут. Вот. Ну, к этому нужно привыкнуть, потому что здесь все идет по местному времени. Потом я хочу вас предупредить, это очень важная информация. Здесь почему-то очень много комаров. Причем маленьких комариков, таких как у нас. Но они такие противные, такие мелкие, не знаю, откуда они берутся. Нужно обязательно покупать фумигаторы, включать на ночь. Потому что это невозможно. Откуда они берутся, я не знаю, потому что мы все закрывали. Там в номере кондиционеры, даже вентилятор. То есть как-то находят какие-то щели, а кусаются очень больно и очень громко зудят. Хотя нам сказали, что это обычные комары, не малярийные. Также мы здесь видели неподалеку от пляжа и коров, и бычков, и черных свинок. Мы даже подумали, что это свинка дикая. Оказалось, что это свинка домашняя, просто ее выпускают покушать. Вот здесь очень хорошо, умиротворяют. Когда мы лежим на лежаках, то я даже однажды задремала, чуть не заснула и даже испугалась. Настолько волны успокаивают нервную систему. Я так испугалась, что я думаю, не дай бог я бы заснула, а мой ребенок вдруг полез бы в воду. И не дай бог что. Поэтому я этого очень сильно боюсь. А если вы без детей, то тут можно вообще в свое удовольствие и поспать, и подремать, и погулять, все что угодно. И еще хочу сказать, что вечером здесь наступает прохлада довольно быстро. Вот после где-то 5 часов вечера уже становится немножко прохладно, но она такая комфортная прохлада. А так температура у нас 32 градуса у воздуха, температура воды 28 градусов, и это у нас конец декабря. Вы можете себе представить? Конец декабря, у нас страшно ужасная погода. А здесь мы купаемся, загораем и вообще проводим прекрасное время. На этом пляже Морджим, в Северном Гоа, очень много индусов, которые тоже приезжают сюда отдыхать. И много русских, потому что этот поселок облюбовали именно русские. Здесь очень дешевые фрукты. Мы покупали ананасы крупные, больше килограмма весом. И за 50 рублей, и за 70 рублей, папайю за 50 рублей. Все очень вкусное, сладкое. Совсем не такое, как продается у нас в гипермаркетах. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте ссылки в описании, прикрепленный комментарий. А также мой новый плейлист Гоа, куда я буду добавлять все видео по нашему путешествию. И желаю вам всем побывать на Гоа.